Руководство компании ArcelorMittal Темиртау приняло решение модернизировать в ТЭЦ ПВС и технологическое, и экологическое оборудование. С 2021 года в цехе ведется работа над проектом по строительству нового котла номер один. Работы по установке котла и дополнительного оборудования, дутевых дымососов, вентиляторов и многого другого завершены на 60%. Запуск котла запланирован на декабрь 2022 года. Новый котел превосходит своего предшественника по многим параметрам. Лучшая газоплотность, выше технические характеристики, более обширный функционал. Ряд. По параметрам предыдущий котел был 220 тонн в час. По производству пара увеличение пошло, новый котел будет 250 тонн. Котел номер один может работать на 5 видах топлива, начиная от угля, мазута, коксовый газ, доменный газ и природный газ. При дальнейшей модернизации на ТЭЦ ПВС подразумевается и природный газ, и коксовый, и доменный, и уголь. И мазут. Но от мазута и от угля будем уходить по максимуму. В дальнейшем. Экологи и жители Темиртау вскоре смогут оценить экологический эффект проекта. На новом котле будет установлена двойная газоочистка, которая позволит максимально снизить уровень выбросов пыли и диоксида серы отходящих газов. Двуступенчатая установка кольцевых эмульгаторов предусматривает прохождение газов и пыли через известковое молочко. После запуска первого котла в эксплуатацию в планах ТЭЦ ПВС замена еще нескольких устаревших котлов. Параллельно на ТЭЦ ПВС идет строительство новой дымовой трубы номер один. Предыдущая труба была 100 метров. Также находилась в эксплуатации с 1959 года. Потом принято решение для увеличения тяги, а также для увеличения технических характеристик котлов для достижения необходимых параметров построить новую трубу, которая будет 150 метров. На дымовой трубе будет установлена автоматическая система мониторинга, которая позволит в реальном времени показывать уровень выбросов. Современные методы сигнализации будут сразу сообщать о превышениях предельно допустимых концентраций. Дымовую трубу возводили с нуля, начиная с фундамента. На данный момент все 150 метров уже построены. Остались незначительные виды работ – покраска, монтаж оголовка и установка газоходов. В четвертом квартале 2022 года уже планируется запустить новую трубу в работу. Кристина Кириченко, Евгений Ходорев, Новости Темиртау.